На сегодняшний день рынок Автонур оснащен всеми атрибутами противопожарной безопасности. Установлены пожарные щиты, огнетушители и сигнализация в каждом бутике. Плюс ко всему, на базаре круглосуточно дежурят специалисты Центра предупреждения пожаров и ЧС. На данный момент по пожарной безопасности имеется на территории рынка 26 пожарных ящиков, пожарных щитов, 6 гидрантов пожарных, 3 пожарных крана, которые установлены сейчас на втором этаже. Все сейчас новые конструкции второго этажа, они выполнены из металлической конструкции, пропитаны огнезащитным составом полностью, имеются акты. Они соответствуют требованиям пожарной безопасности. Многие горожане уже наверняка заметили, что торговля на Автонуре ведется в современных крытых павильонах. И это только начало, заявляет в администрации рынка. Уже разработан эскизный проект современного торгового комплекса, где есть все условия для посетителей и торговцев. Плюс несколько паркингов и открытых стоянок на более чем 1500 автомашин. Бүгінгі Автонур базарында 2000-ға жуық жалғалушылар жұмыс істейді. На нашем рынке работают около 2000 арендаторов. Если приплюсовать членов их семей, получится 10 тысяч человек, которые живут за счет рынка. Поэтому мы стараемся улучшить условия их работы. Нами подписан меморандум с областным и городским акиматами, согласно которому рынок берет на себя обязательства по проведению поэтапной реконструкции. На сегодняшний день все недостатки по противопожарной безопасности устранены. Остается лишь вопрос получения акта ввода в эксплуатацию двухэтажных павильонов. Как рассказали в администрации рынка, проект реконструкции Автонура согласован с архитектором области и соответствует всем противопожарным и санитарным нормам. Сейчас этот документ находится на рассмотрении градостроительного совета. Ожидается, что после реконструкции Автонур превратится в большой современный торговый комплекс и, возможно, станет достопримечательностью Шымкента.